Мероприятие состоялось на базе Брестского отделения торгово-промышленной палаты и собрало для предметного и конструктивного диалога представителей бизнес-сообщества, органов власти, а также иных организаций области. В центре внимания вопросы развития и становления таких предприятий частной формы собственности, которые относятся к категории малых и средних. Эффективная работа этого сегмента – весомый вклад в дело укрепления экономики региона в целом, а проведение подобных форумов может придать новый импульс в работе и сотрудничестве. Посмотрим, это же еще не проводилось. Еще ж будет видно, что из этого получится. Как бы, но хуже ж не будет, так это, ну, по-любому, точно, потому что получается, ну, вообще не рождается истина. Один из организаторов мероприятия – открытое акционерное общество «Белгазпромбанк». Уже не один год они являются надежными партнерами для бизнес-сообщества региона. Особое внимание банк уделяет работе с представителями малого предпринимательства. Последних на обслуживании у данной финансовой организации по состоянию на май текущего года уже более 4 тысяч, около 10% от общего количества. Высокая цифра – результат многолетней работы и постоянного совершенствования предложений. Конечно же, работаем над тем, чтобы количество наших клиентов увеличивалось. Ради этого разрабатываем, внедряем новые продукты, кредитные продукты в основном, потому что потребность есть в финансировании. На сегодняшний день мы, кроме кредитных продуктов для уже действующего ранее бизнеса, можем предложить финансирование стартапов, как я уже сказала, через краудфандинг, да, краудинвестинг. И мы можем предложить финансирование стартапов по линии банка реконструкции и развития, где ставка процентная в белорусских рублях на сегодняшний день достаточно приемлемая, это 15,5%. Нам приходится тоже быстро поворачиваться в ту сторону, куда идет бизнес, потому что, ну, цель банка – помогать бизнесу развиваться, то есть хорошие клиенты, которые успешные, это клиенты, которые банку тоже приносят доход. То есть мы заинтересованы в том, чтобы бизнес был успешен, и мы им будем в этом помогать. Данный форум первый в своем роде на территории области, однако организаторы пообещали, если инициатива окажется полезной и приживется, то такие площадки будут создаваться регулярно. Время требует оперативности и мобильности в принятии решений, поиске единомышленников, партнеров и клиентов. А мероприятия, подобные состоявшемуся, создают необходимые условия для конструктивного диалога. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.